Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу в загородном парке состоится большой семейный праздник от футбольного клуба «Крылья Советов». На склоне рядом со зданием купеческой усадьбы устроят ледовые гонки на ватрушках. Заезды со склона будут проходить в трех категориях – детская гонка, взрослая и парная. Победителей соревнований ждут призы. Также все желающие смогут согреться горячим чаем со сладостями, сделать фото с клубным талисманом и сыграть в зимний футбол. Регистрация участников начнется в 10 утра. Начало заездов в 11. Участие бесплатное. Также в эту субботу культурно-выставочный центр «Радуга» приглашает детей с родителями совершить путешествие в Средневековье. Вас ожидает увлекательная экскурсия и полезный мастер-класс по аппликативному витражу. Начало в 14:30. На экскурсию вход свободный, а вот на мастер-класс стоит записаться заранее. Все подробности ищите на официальном сайте «Радуги». В воскресенье в музее «Модерна» закрывается выставка костюма из коллекции историка моды Александра Васильева. Но в этот же день здесь стартует новый арт-проект, который представляет самарцам совет семей и семейный театр детской моды «Божья коровка». Он носит название «Вместо гаджета». «Оторвитесь от компьютеров хотя бы на один день, займитесь творчеством», призывают организаторы. Начало в 12:00. Музей «Модерна» приглашаются мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Активное воскресенье для всех любителей уличных забав. Под Самарой в поселке Рощинский пройдут гонки на собачьих упряжках, снежный беспредел, запасный полк. Пушистые лайки покажут полную боевую готовность. Они будут вытаскивать раненых с поля боя и помогать связистам перебрасывать катушки с проводами. Кроме того, в программе соревнований запланированы гонки на квадроциклах и внедорожниках. Также зрители смогут увидеть военную технику и даже полюбоваться на мастерство пилотов вертолетов. Зрители не только не заскучают, но и не замерзнут. На территории полигона будет работать полевая кухня. Построение участников запланировано на 9:15. В 10:00 начнутся первые показательные выступления. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!